Сегодня мы приехали на холодные ключи. Езжайте, езжайте. Давно я тут не была. Да, это вот сколько лет уже прошло. Давно здесь не была я, конечно. Ну, сейчас посмотрим, как тут у вас интересно. Года 4 я здесь не была, но надо посмотреть, какое тут озеро теперь. Сейчас покажу. Вот, говорят, тут павлины есть. Штуки 4-5 даже. Да? Сейчас посмотрим. Вот. Маршрутки сюда привозят отдыхать людей. Вот и футбольное поле здесь даже есть. Но эта зона отдыха как бы считается заводская, да? Раньше, помню, Валерий Николаевич Степура, светлая ему память. При нем все это, я думаю, восстанавливалось. А может и раньше. Вот, пожалуйста, ГМЗ-2. 69-й год. А еще раньше здесь проходили такие хорошие фестивали бардовской песни. Многие, я думаю, помнят, как здесь было все очень организовано, интересно. Вот такого типа теперь здесь домики для отдыхающих. 30 лет назад вообще здесь, конечно, ничего не было. Я помню, там небольшие такие были домики. А сейчас так уютненько. Ну, уже все сухо, конечно. Середина почти июля, все высыхает. Вчера было 50, а сегодня 30. Представляешь, какая сказка? Даже не верится, в июле месяце такая погода. Ну, это, наверное, гостиница, что ли, прям двухэтажная. Холодные ключи. Это вот заводская зона отдыха, да. А в карьере еще есть Феникс, называется тоже. Фонтанчик какой-то, смотрю, сухой весь. Не знаю, включается, наверное, когда-нибудь по праздникам. Шланги везде. Поливается. Слышишь, как кричит павлин? А вот и павлин. Говорят, их штук 5 здесь. Ну, крикни что-нибудь, крикни. Давай. Вот молчаливый какой-то. Ну-ка, красавчик. Как-то, как их надо звать? Гули-гули-гули. Красавчик. Распустил бы немножко свой хвост. Какой-то негостеприимный совсем. Нет стимула ему распускать хвост. Будет он вам еще показывать его. Красавчик. Красавчик, видишь какой? Покажи нам хвостик свой, покажи. Яблочки пошел поклевать. О, куры тоже орут, видишь? Вот они. Ух ты, ух ты. Раньше, помню, нас просили привозить с собой по килограмму корма для птиц. Кто пшеницу вез, кто пшено, кто что. Песни с утра поют. Ну, это сауна. Сегодня суббота, к обеду, может, люди приедут. Пока с утра рано, никого еще нет. Вот она, эта знаменитая пушка.
Ну, давным-давно озеро было только здесь. Я помню, катамаранчик был. Большого озера еще не было тогда. Прям царь-пушка заводская. Много фотографий в интернете видела. Все фотографируются, кто приезжает сюда здесь. Воды, конечно, маловато и зеленоватая она вся. Лет 5 назад, наверное, было здесь какое-то торжество. И вот здесь, видишь, сверху, такой здесь искусственный водопад. Так всегда красиво. Оттуда прям вода идет. Насосом, наверное, как-то качают. Вот тут летняя кухня. Пожалуйста, тут казаны есть. Печки. С продуктами приезжаем и сами готовим. Вот здесь есть колодец. Действующий. Берем воду отсюда, кипятим. Готовим на ней все. Отличненько. Вот, пожалуйста, капитанский мостик. А это площадка, палуба, наверное. Здесь проходят все торжества заводские. Концерты бывают. Юбилеи какие-то заводские проводятся. Вот, даже барная стойка есть. Все столы собраны. Ждут своего очередного юбилея. А вот там, не знаю, видно будет тебе, не видно. Вон, видишь, специально факел зажигают. Салют из факел. По горам уже не пойду. О, даже автографы есть, смотри. Здесь был Нефёдов, читаю, вот. Юсупов. Короче, автографы люди оставляют свои. Вера, Вова, Ахмат. Так интересно, слушай. Ну-ка, может, приблизить чуть-чуть? О, точно. Вот смотри. О. Вон и катамаранчик. Не действующий уже. Я помню, были времена, тут даже утки плавали, да? Уточки плавали, катамаран. Тут чистое было. Сейчас что-то... Ну, сейчас новое озеро есть, наверное, поэтому здесь не очень-то за этим следят. Вот. Спрашиваю, плов будет или дамлама? Сказали, плов... Это, как называется? Ешь, не спрашивай. Блюдо называется «Ешь, не спрашивай». Посмотрим, вкусно. О, кипит как, смотри. Вот как мы на озеро сейчас пойдем.
Ну вот, и баржа это прикол. А раньше она всегда на середине была. Можно было и понырять. Ну, жалко. Что-то воды маловато, да? Только меня не снимай, чтобы в этом... А вот здесь рыбки, смотри, им кинули хлебушка. Смотри их сколько. О-хо! Вот они, вот они, вот они. Мальки. Ух ты! И что, потом здесь рыбалка есть, да? Ничего себе, сколько мальков, смотри. Они хлебушек делят. Вот так вот. Вон там плавчихи. Ну надо же, смотри, сколько мальков здесь. Ой, смотри, что они творят. Смотри, смотри, смотри. Ничего себе. О, там целый водоворот рыбы. А как называется рыба эта? Селедка? Наверное, селедка. И васи. Вот такой тут пляжик песочный. Прям золотые пески. Место купания для детей. Вот, видишь, даже аквапарк практически. Но пустой. Что-то не действует в этом году, ничего. Ну, пандемия на всех влияет, видишь. То третья волна, то пятая волна. Что-нибудь да придумают. Ох, какая строгая надпись. Не умеющим плавать, купаться в озере. В траве сидел кузнечик, ну-ка вставай. Вот там красавчик улетел. Вот стоянка такси тут, пожалуйста. Видишь, местное такси. Наверное, на озеро возит, я так думаю. Ой, сейчас Ленку повезу на море, на озеро. Видишь, местное такси какое работает, класс. А вот включили воду. Маленький бассейн наполняют. Суббота-воскресенье, люди приедут, вода будет. Видишь? Какой фонтанчик, прям горячий. Леночка, джентльмены, как смазывает сестра там. Идите уже, как это море. Ну вот, приехала за нами маршрутка, поехали-ка мы домой. Вот мы и дома. И ехали. Там
Новый мачта. Мечеть там расширяют, сказали, на 5000 человек. И там этот, я в этом Манекурдом, да? Нам сказали, на 500 там, сейчас 5, чтобы 5000 была мечеть. Для мечета. Короче, у нас тесно, что ли? Знаешь, сколько народу идет сейчас?